Это бандельные баги на базе Audi, двигатель Audi, ходовая Audi, резина болота, двери от БТРа. Вот из них сделали минимальную какую-то защиту. На данный момент она выполняет функцию по защите от дронов камикадзе, стоит на боевом дежурстве, а так в дальнейшем будет использоваться как огневая мощь. Поступает сигнал тревоги, группа мобильная выезжает на позиции и отслеживает определенный свой сектор. При обнаружении без команды открывается огонь на поражение шахеда. Пулеметное гнездо под Браунинг на заднем мосту москвича сделано поворотным на 360 градусов. Пуля летит к 6 километров где-то, но эффективность до километра. До двух может работать, но самое эффективное это до километра. Но он пробивает практически все, все бьет, кроме танка. Идея родилась еще в Солидаре, на боевых. Зародилась сделать баги для того, чтобы была огневая мощь и мобильная. Нашли баги, которая участвовала в гонках на выживание. А рама была элементарная, двигатель от Audi 2.5 бензин. Простая система электроники, довольно хороший, мощный, хватает. По бездорожью идет хорошо. На трассе 80-90. Система простая. Тахометры, питание, насос запускается. Запуск двигателя. Вот здесь освещение просто включается. А это тумблер для прикуривателя. Салон для курящих. Нам нужна мобильность. Чем больше мобильности, тем легче будет нашим ребятам воевать.